Ребята, всем огромный-преогромный привет! Вау, что-то новенькое! У Тома появился страшный новый поезд! В общем, нужно уворачиваться от призраков в новой мини-игре. Вот это класс! Обязательно сегодня поиграем! А еще можно открывать потрясающие праздничные подарки! И к этому всему появилась еще новая раскраска! Вы только посмотрите, какая у Тома над кроваткой прикольная картина. Нужно ее разукрасить. И для этого у нас есть карандаши. Ребята, ну а у кого тоже появилось такое обновление, напишите обязательно циферку 1. А также напишите, успели ли вы разукрасить разукрашку. Лично я решила Сквику разукрасить автомобиль в горошек. Посмотрите, как прикольно получается. Все-таки как же здорово, что кроме обычных карандашей есть карандаши с рисунком. Колеса на автомобиле будут вот такого вот необычного розового цвета. Ну а низ автомобиля сделаем ярко-красного цвета. Фары будут синие. Ну а Сквика сделаем оранжевого цвета, чтобы он был максимально похож на настоящего. Облака будут нежно-голубые. Ну а солнышко, конечно же, желтое. А вот лужайку, по которой будет ехать Сквик, разукрасим в зеленый. И не забудем про основной фон. По-моему, получилось суперски. Теперь у нашего Томика над кроватью будет висеть собственноручно нарисованная картинка. А вот сейчас нашего дружочка нужно срочно отвезти в туалет. А Том, бедняга, больше терпеть не может. Так, лучше мы за тобой все-таки закроем дверь. Ну а кто ждал новые приключения Тома, не забываем ставить лайки. Ну а сейчас нашего карапуза нужно накормить. Держи бананчик. Ух ты, леденец счастья. Сейчас с Томом что-то приключится. Вау, какой потрясающий эффект. На-ка, закуси еще клубничкой. Здорово, есть еще вишневый пудинг. Вот это да, наш Том столько всего слопал и до сих пор еще не наелся. Поэтому мы дали ему кусочек сыра, ну а Флипа накормим чесноком. Ой, только что-то у него отрыжка. А теперь пришло время нашего чумазика искупать. Бульты, и Томик уже в ванной. Обана, опять наш Томик пускает вонючие пузыри. Ладно, чудик, давай мы тебя помоем мылом. Хорошенечко намылим, вот и мухи, кстати, все пропали. Вот что значит чистота, ведь в чистом мухи не живут. Как же бывает иногда приятно покупаться. И что я вижу, друзья, наш Томик только что перешел на новый 32 уровень, и ему в подарок 1000 токенов для полетов. Ну а сейчас нашего питомца нужно переодеть, ведь не ходить же ему целый день в пижамке. И что же такое нашему Тому надеть, чтобы можно было кататься на поезде? Раз уж там будут привидения, значит будет очень страшно. А может надеть Тому королевский наряд или наряд разбойника? Точно, наденем наряд разбойника, будем распугивать привидений. Только я вот думаю, что давайте снимем очки-карамельки. Солнечные очки как-то не в тему, да и маска для плавания не подойдет. Ух ты, какие прикольные очки-пончики. Но к наряду разбойника, по-моему, ничего не подходит. Давайте посмотрим что-нибудь в головных уборах. Так, ну да, очки все-таки снимем. Какой же все-таки прикольный пиратский красный платок. Можно, конечно же, надеть зеленую шапку с перышком, но я думаю, прическа феи будет прикольней. И еще вернем Тому привычную шубку. Ух ты, когда-нибудь обязательно Тому сделаем элегантную прическу. Ну все, Том, мы ведь с тобой определились уже с нарядом. Пойдем скорее на крылечко. Мы же с тобой собирались играть в новую игру, так что пойдем быстрее. Интересно, а почему наш Том такой грустный? И где же новые призы? Ладно, давайте крутанем колесо фортуны. Может быть, их нужно выигрывать здесь? Хотя, по-моему, разыгрываются обычные призы.
Ребята, кому попались новогодние призы Тому? Отзовитесь! Где же отыскать подарки? Напишите! Ну а тем временем Флип выиграл 20 токенов для полетов, 20 золотых монеток и еще разочек попытает удачу. И вот это мистика! Снова 20 зеленых жетончиков! Вот так совпадение! Все призы на 20! Ну все, Том, теперь уж точно будем играть в новую игру. Я думаю, ребятам тоже будет очень интересно посмотреть, что же это за страшные горки. О, да это же Флип! Ага, оказывается, наш Флип может маневрировать. Ой, только, по-моему, лучше не врезаться все-таки в эти преграды. Только как же их много и как их все объехать? Ой, ничего, это была только тренировка. Продолжаем заезд дальше. Вау, оказывается, эти синие шарики можно подбирать. Ну все, теперь понятно. Шарики мы подбираем и за них получаем баллы. Только обязательно объезжаем знаки с красными крестиками. Вау, вы видели? Только что в деревянных тачках проехало два привидения. Ю-ху-ху, вот это пруха! Мы только что подобрали токены и еще ускорялочку. У нас действует радужное ускорение и все преграды нам нипочем. Ну все, действие радужного усиления закончилось. Так что, Флип, будь поосторожней. Ой-ой-ой, еще одно привидение. А теперь целых три. Лучше все-таки с ними не встречаться и их избегать. Ой, наш Флип только что врезался и потерял одну жизнь. Ребята, ну а вы уже успели прокатиться по этим страшным горкам? И как вам эта игра? Если понравилось, пишите цифру 2. А тем временем у нашего Флипа осталась последняя жизнь. И на его пути теперь встречаются все больше препятствий и привидений. Бедняга Флип, как же ему там не страшно? Ну вот и все, игра на этом окончена. И у нас новый рекорд. А вы, друзья, пишите о своих успехах и достижениях. Но на всякий случай проверим, вдруг еще есть какая-то новая мини-игра. Ну нет, ничего такого я не наблюдаю. Так что возвращаемся домой. Эу, Том, у тебя вообще совесть есть? Мы с тобой только что играли в новую игру, а у тебя такое ужасное настроение. Может быть, полет тебе его повысит? Все, отправляемся в сладкую страну. Быстренько подбираем пряничную коробку с призами и возвращаемся домой. Посмотрим на ее содержимое. Как обычно, немного корма. Еще 15 золотых монеток. И 15 звездочек на счет. И вот он, самый важный момент. Вау, конфетная сиреневая шерсть. Какая же приятная неожиданность. Нужно срочно ее примерить. Смотрится она, конечно, необычно, но очень прикольно. И самое главное, Тому понравилось. Я думаю, Тому нужно купить еще новый наряд. Ну что, Том, наконец-то у нас на счету достаточно звездочек, чтобы купить тебе робу-волшебника. Теперь будем копить на звездную шляпу. Эх, Том, ну почему у тебя снова ужасное настроение? И опачки, ребята, вы заметили, что Флип стал полосатым. Интересно, когда же это он успел сменить свой окрас? Ну а между тем наш Том решил посмотреть на ежедневные предложения и совершенно бесплатно получил 5 золотых монеток. Кроме того, ему 1000 токенов и 2000 токенов со скидкой. Меня все мучает вопрос, Флип со Сквиком, наверное, сговорились и переоделись в одинаковые полосатые шубки. Ну а наш Том решил еще разок отправиться на Леденцовый остров за призами. Вдруг ему и на этот раз повезет, и он выиграет что-нибудь классное. О, продукты, это всегда хорошо. Нам не придется тратиться на их покупку. Также мы выиграли 10 золотых монеток и 5 звездочек на счет. И как же клево! Смотрите, мы разблокировали еще одну раскраску. Ну а разукрашивать воздушные шары мы, наверное, будем уже в другой раз. А то посмотрите на нашего Тома. Он совсем заскучал. Нужно как-то его развеселить. Например, разрешить ему полетать.
Как же классно летать с бабочками и воздушными шариками. Ой, наш Том упал. Ну, я думаю, это не страшно. Ведь с малышами такое иногда случается. А вот дурной пример заразительный. Флип тоже решил расправить крылышки. А ну-ка, Том, лови! Ну что ж такое? Почему ты не споймал Флипа? Ну все, точно, нужно с Томом срочно поиграть. Ведь не зря же для этого у него на пеньке есть игровая приставка. А на этом, ребята, я с вами буду прощаться. Всем пока и до новых встреч!